Первый центр ДОСТ открыл свои двери для посетителей. Административное здание Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения расположилось в столице. Главная цель уникального проекта – повышение качества услуг в сферах занятости, труда и социальной защиты, прозрачности в их оказании и применении инновационных решений и обеспечении удовлетворенности граждан. Первый центр, недавно открывшийся центр ДОСТ, будет оказывать услуги гражданам, зарегистрированным в двух районах города Баку. Эти районы – Ясамальский район и Сабайлийский район нашего города. Здесь будут оказываться 126 услуг в области социального обеспечения, труда и занятости. Центр ДОСТ сможет принимать ежедневно 350 граждан. Здесь будут работать 96 человек, а по программе «Генч ДОСТ» еще 50 волонтеров. В целях облегчения обслуживания здесь созданы электронные табло и информационный киоск. Обеспечена скоординированная деятельность соответствующих структур министерства. Созданы необходимые условия для лиц с инвалидностью. До 2025 года количество подобных центров в стране возрастет до 31. До конца этого года еще 3 центра мы откроем в городе Баку. Они охватят Хазярский, Бенегадинский, Низаминский районы. В следующем году мы уже планируем выход в регионы. В данном случае мы собираемся открывать первый центр, региональный центр в городе Дианджи. Отметим, что Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения ДОСТ создано согласно подписанному главой государства указу о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения от 9 августа 2018 года. Агентство ДОСТ является результатом инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиевой об оказании государственных социальных услуг с единой платформы из одного окна абсолютно прозрачно и оперативно на основе принципа удобства граждан и упрощения процедур. Медина Гурбанова, Наиля Гасанова, Руфат Алекперов, CBC.